Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Нейт, и мы продолжаем проходить игру Star Wars Knights of the Old Republic. В предыдущей серии мы зачистили долину лордов ситхов, то есть мы прошли все гробницы, кроме одной. В нее мы сейчас пойдем уже скоро. И, собственно, мы почти прошли планету. Осталось только зачистить главную гробницу, то есть главный квест выполнить, и... ну и доложить о наших успехах, и можно улетать отсюда. Так, собственно, мы почти все здесь выполнили. Тут все без изменений. Пойдемте к Утару. Или как его там зовут, я уже не помню, давно не играл. Ну, точнее, я играл-то давно, но. Ну, вы поняли, короче. It is none other than the sword of Hunter Paul. Да, конечно. All the trouble you went through for your deception, and you did not even make an effort to master. What do you mean? There is no place for fools among. Вали отсюда. Сволочь. Клёво мы его наддули. Greetings, young one. Да, растой. Я знаю, кодек ситхов мы уже делали. Я расправился с изменниками. Да, они все мертвы. Indeed. We checked the caves and found only a couple of bodies. Perhaps the lesson is learned. Go now. You have. Я справился с бракованным дроидом. Oh, I heard that the droid ran out and blasted off into the sky. Я активировал его самоуничтожение и убежал. I suppose so. That would explain his disappearance from our scanner, sir. I am impressed. Go now. You... у меня есть табличка, на которой писал Джуракуль. Oh, let me see. It appears my old master was busy studying the writings in one... Regardless, you have impressed me with your... Go now. You... я знаю кодек ситхов. Then finish the code as peace is a lie. Есть только... Through passion, I gain... Так, я получаю энергию. No. Нет, ну блин, давай еще раз. Столько страсть. Я получаю силу. Я получаю энергию. Я получаю победу. Мои цепи разорваны. Yes. Да, клево. Is... Нет ничего хуже любви. Ну, давайте... Подыграем, правда. А, блин. Я убил Микеля. Я знаю, куда к ситхам. Есть только страсть, я получаю силу, энергию. Победа, мы теперь разорваны. Yes. Tell me then, true or false? Victory by any means? Ну, конечно. False. Да блин. Unless victory proved, sadly, it seems. Да что ж такое? Давай еще раз. Greetings. Блин. No. Эй, блин. Страсть, энергия. Блин, сбился. No. Да блин. Yes. Tell me then, true or false? Наш пыл является источником силы. Да. Неправда? Или правда? Правда. Well done. I will test you no more. Go now. You have done well, but you have... мне сметять жунты пола. Ah, finally, the genuine sword. I knew we should have kept that. It could have... Well done. You have impressed me enough. Да, наконец. You have but one final test, which you must. I would advise you to be rested and equipped before we. When you return. Давай. Нам еще в магаз надо сходить. С тобой я тоже потом побазарю. А пока идем в магаз. За аптечками и гранатами. То ж, блин. Денюжки нам понадобятся. Да и гранаты тоже.
Единственное, у меня единственный вопрос есть, где тут выход? Нет, не сюда. Может быть, выход здесь? Да, вот дрожжи. Дрожжи, да. Блин. Никогда не умел правильно произносить название этого поселения. Где карта опять? Куда он? Где он шляется? Наконец-то, блин. Постоянно по бабам ходит, блин. Сволочина. Хотя не, это я прикалываюсь. На самом деле карт крутой чувак. Ну ладно. Погнали. В магаз. Так, что у нас тут происходит? Нам надо дойти в магазин Черки. Компании Черка. И распродать кое-какие вещи. Продать. Нам вот нужно продать вот эти все... как их? Как их называют-то? Артефакты ситхов надо будет продать. Что у нас еще? Так, вот это продадим. Одну штучку. Ха, не стоит нифига. Вот и тут надули. Ну ладно, останем. Ой, останем, оставим. Банты. Я ими все равно никогда не пользовался. Так, это мы тоже оставим. Ну и что, можно покупать, потому что видите, сколько у нас бабла. Так как Зракана. Это у нас уже есть. Ну, точнее, у нас есть покруче. 7-7. Говно какое-то. Походу нет брони круче нашей. Усилитель зрения Верпайн. Это у нас уже есть. Так. Во-первых, купим аптечек. Много. И вот этого побольше. Блин, я и не думал, что у нас столько денег накопилось. Я думаю, хватит. И этих стимуляторов. Так. Это так, все, пока хватит. 91 аптечка, офигеть. Ну, когда мы оттуда вернемся, у нас уже не так их много будет. Once you become a Sith, you can do anything. We eat Dana Tita. Please. You're jealous. You're jealous of my power. You think... Да ты запаришь. Куду? Sniveling fool. Like you would ever belong beside... What's this? Да. It seems I have an audience. Жаль, но я не позволю убить эту женщину. You can't stop me. Мочи козлов. Точнее, мочи козла. Сволочь. Ненавижу таких ситхов. Они все, блин, дебилы какие-то, но этот особенно. Кстати, можно было не убивать вот этих вот
наемников, которые здесь были, вот на этом месте. Помните? Такая толпища целая. Можно было убить вот этого одного и снять с него медальон. Ну, я не знал. Ну, помогли, что, нормально. Пойдемте обратно в академию. Эй, блин, мы же за гранатами ходили. Чё я вышел-то? Мне как раз туда и надо было. Чё я ушел-то? Так. Где у нас тут гранаты продают? Ты у нас, что ли? Ой, кто-то умер. Так. Липкая глушающая. Вот глушачки можно взять. Ионки у нас уже есть. Криогенная нам вряд ли подойдет. Да блин, плазменную брать не буду, дорого. Ну, все. Собственно, все. Зависло. Видали, там уже нет никого, и все равно звуки идут. Блин, 91 аптечка, 16, 11, 14. Блин, капец. Все бабло потратили. Как говорится, боже мой, 3 подъемных крана. Блин, красиво, конечно. Если бы тут еще графон крутой был, вообще бы шоколад было. Так, тут у нас мертвые зеленые ученики. В прямом и переносном смысле. Так. So then, I take it you are ready to travel. Я готов идти. Then we... С нами еще Ютура пойдет вроде бы. И пойдем мы одни совершенно. Что очень плохо. Мне было вывапнуться. Мне нужна одна способность, я ее забыл взять. Здесь лежит звездная карта. Все, понял. А сколько до вывапа? Еще 11 000 опыта. Блин, не получится. Ладно, будем работать так. Ау. А меня-то что оглушило, я не понял. Они очень восприимчивы к силе, поэтому их стоит так бить. Как видите, это очень легко, если у нас есть сила. А так они очень сильные. Поэтому лучше оглушать их сразу. Ой. Готово. Ну и, собственно, нам туда, как ни странно. Но все не так просто. Здесь кислотная лужа, и нам нужно ее как-то заморозить, и только потом идти, туда.
Так, нам нужно в какую-то из дверей. Так, сюда я вообще не пойду, я никогда не мог пройти, ну, я никогда с первого раза не мог пройти вот эту головоломку, поэтому не буду мучить вас этой фигней. Пойдемте туда. Там будет сразу два терентатика. И как-то, ну, убежать от них не получится, придется бить. Так, давайте сохранимся. И пойдем драться с терентациками. Это очень серьезные противники, и недооценивать их я бы вам не советовал. Вон они, двое стоят. Терентатик. Готово. Пока побегаем от них. Боевой стимулятор рычани. Бежим. Ловкость, выносливость, сила. А скорости нету. Блин, клёво мы от них бегаем кругами. Но это единственный безопасный способ их убить. Пока они нас не убили. Да дебил! Убегай! Так, надо бы им кинуть какую-нибудь гранату. Спасен. Черт. О, хорошо. Вот чё. Блин, одного не остановило это. Глушанул. Ой. Во. Все пропало. Черт. Так, надо как-то попасть все-таки гранатой. О, может криогенную им кинуть. Черт. Да, нас убили. Фух. Так. Заново. Так, сразу нажрёмся стимуляторов. Побольше. Так. Потому что это очень трудный бой.
Так иди сюда, сволочь. Так, надо бы липкие гранаты использовать. Так. Теперь ядовитую. Черт. Еще липкую. Давайте их гранатами закидаем. Ой. Один все-таки выжил. Так. О! Хули так тормозит? Ой. Так. Вот чё. Не получилось. Так, надо как-то его бить все-таки, а то мы так долго будем разговоры разговаривать. Так. Ионная звуковая осталась. Так, полечились. Так. Осталось совсем немного. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Да какого фига он сначала бить-то идет? Вот ненавижу, когда такое случается. Черт. Походу у нас определенные проблемы. Да блин! Дебил. Да не иди! Вот какого фига я нажимаю щит, он идет драться.
Так. Прям за мной. Фух, убили. Черт, это было опасно. Не, вы видали? Еле-еле убили. Насколько я знаю, есть баг. Если открыть эту дверь рычагом, вон ту, то можно зайти в дверь и закидать их гранатами. Или пробежать, но... Я уже так один раз пробовал делать, и что-то не работает этот прикол. Поэтому единственный шанс мимо них пройти, это забить их. Извиняюсь. И вот эти вот гранаты нам помогут против... Ну, не против, а пройти через вот это озеро. Жижи. Вот этой непонятной. Да, вот кислотная лужа. Ее надо заморозить. Ура. А, по-моему, если бы мы бросили гранату огня, то здесь бы было полно испарений, и мы просто бы задохнулись. Хотя я не помню, могу ошибаться. Так, вот и звездная карта. Хорошо. Карту мы получили. И световой меч ситхов тоже. Теперь можно отсюда выходить. Также нам сейчас придется драться с Утаром. Поэтому давайте-ка понажрем этих адреналиновых всяких сил, выносливостей. Да, вот он, Ютар Вин. So, you return to us with the light. The force has served you well. You took a great risk in acquiring the artifact. You used your mind, and you... sometimes you must fight in order to achieve. This gives you... That is the lesson we teach with that part of the... Вы говорите, что джедай не смог бы достать световой меч? It is with skill, true. Did you not feel a moment of excitement and that what purpose would be served by restricting your... Я не верю тебе. If you came to the academy, you must have... I can only show you the path that would lead to power and superiority. Ну, я думаю, я понял. The last part of your... All life must compete in order to flourish. Such is the natural way of the... So it is the same amongst the Sith. So it behooves you in this final test to strike... Normally, this would be against another student. You... What? So this is what you had planned all along? Он решил нас травить. You... Indeed. You have become too ambitious, Uthura. It is time for... No. It is time for... Oh, is this true? Извини. Do you hear that, my master? So the time has... Ну, мы его довольно быстро запинаем. Вот сволочь. Этого я и ждал.
Почему я стою на месте? Блин, сволочь. Не, он нас убил. Черт. Надо было сохраняться. Придется опять терентатиков бить. Ладно. Я приостановлю запись, как убью их, продолжим. Ну что, я уже, как видите, заново дошел до звездной карты. Пойдемте драться с Ютаром. Недооценил я его в тот раз чудо. Ну, я понял. Оглушить. Мочи его. Есть. Я не хочу никакой власти. Офигенная способность, слушайте. Вообще. Давай убирайся отсюда. Это правильно, я не ситх. И я рад этому. Then I hope you got what you came to the. I was right the first time back at the cantina. Your path leads elsewhere to a desk. Go then. Go and leave. Пока. 3000, нифига себе. Да и броньку неплохую дали. Вали отсюда, блин. Фух, можем уходить отсюда. С Карибаном мы покончили. Возвращаемся в академию и улетаем отсюда. Фух, только вот продадим мне нужные вещи. Так. Ну, если бы мы убили обоих, то нас бы сейчас все эти ситхи просто атаковать начали. А так, мы Ютару оставили. О, Ютуру оставили и... избавили себя от лишнего геморроя, так сказать. Что какие-то звуки странные тут. Ну чё, было довольно трудно. Особенно в гробнице вот в этой. Я не знаю. Это было непросто. Очень непросто. С этими стерентатиками. Но зато вот этот финальный бой вот с этими с двумя ситхами был очень легким. Из-за того, что я выучил способность оглушения. Я просто их избил обоих, и все. Капец, как легко было. Так. И вот мы здесь. Пойдемте. Уходим. О-хо-хо-хо, я думал, на меня нападают. Карт. Добежал наконец-то. А интересно, я смогу в покое Утары зайти? Там, насколько я знаю, неплохие вещи лежат. Хотя, наверное, нет, но давайте попробуем. Так, вот здесь его покои. Комната Ютара видна. Закрыта. Ну, как я и думал. Ладно, валим отсюда. В
Здесь нам больше делать нечего. Осталось только в магазике зайти, там кое-что продать и все. Можно валить к чертовой бабушке отсюда. Yes. Отвали. Так. Надеюсь, сейчас нам опять кто-нибудь мешать не будет. Как они это любят делать. Так, ты кто? А, ты обычный гражданин. Законопослушный гражданин, блин. Спасибо. Короче, я не стал его терзать расспросами, потому что он бы все равно ничего не сказал. Но это представитель тайной организации, типа иллюминатов или еще кого. Такие, знаете, наемные убийцы. И, ну, он предлагал нам, ну, он предлагает в этой панели данных встретиться со своим главарем и вступить в их организацию. Но я особо не хочу туда вступать, потому что это темный путь, так сказать. А мне, я же за светлого играю. Мне это не очень надо. Так. Тяжелый бластер повторитель продадим. У нас еще что-то было. Так, для покупки у нас что есть? А, в принципе, ничего. Валим отсюда. С тобой я еще хочу поговорить. Да, в Академии неприятности. Я всех перевалил. Так. Все. Больше нам ничего не нужно от тебя. Спасибо. До свидания. Сейчас мы прилетим на другую планету или... Ну да, прилетим на другую планету и завершим серию. Подлечим немного. А то там карты я видел. Немного подраненный был. Так. Меня немного бесит такая камера на корабле. Близко слишком. Стимулятор сделаешь? Неплохо. Так. Теперь. Какие шаги? Ладно, потом разберемся. Сделай мне гранату. Ну, спасибо. Граната — это клево. Понимаю. Спасибо. Хорошие персонажи дают нам вещи нужные. Ну и, собственно, следующая планета, на которую мы полетим, это Татуин. Опять был ролик. И опять он не заснялся. Да, еще одно видение. The Force is guiding us, helping us retrace the steps of Malak and his... Tatooine is known for little but blowing sand. I find it surprising that there would be a stop... Казалось, она не находится внутри некого рода пещеры. The star map would likely have to be within some kind of shelter to protect... I suspect there are many such caves and caverns hidden in the sands of the dunes. No doubt things will become more clear once we... Ладно. И здесь мы завершим серию. Следующий пойдем исследовать Татуин. А пока увидимся в следующих сериях. С вами был Нейт. Всего хорошего. Пока.